школьном актовом зале непривычно многолюдно. Умники и умницы, всего около 40 учеников 9-11 классов, собираются проверить свои знания. Организаторы мероприятия, концерн «Росэнергоатом» и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ дают шанс юным физикам побороться за место под солнцем. Олимпиада некоторым из них позволит получить льготы при дальнейшем обучении. Ученикам 9 и 10 класса дополнительные баллы при сдаче ЕГЭ начисляются, а точнее 100 баллов. А ученикам 11 класса это поступление, льготное поступление в высшее учебное заведение без сдачи экзаменов. Сегодняшний отборочный тур включает ряд заданий, на решение которых дается 3 часа. Предлагаются два варианта задач. Задания сложные, но не выходят за рамки школьного курса физики. Потребуются знания механики машиностроения, термодинамики, электроники и ядерных технологий. Те, кто успешно справится с заданиями отборочного тура, будут участвовать в финале Олимпиады 10 февраля. Призерам Олимпиады выпускного класса предлагается перечень профильных вузов, в которые их примут без экзаменов. В частности, ребята могут поступить в МИФИ, один из ведущих исследовательских институтов России. ИАО МИФИ является единственным ядерным университетом в России. В нем сосредоточены лучшие, одни из лучших профессоров России и мира вообще, а также предоставлена огромная материальная база. Наблюдатели отмечают повышение интереса молодежи к атомной деятельности. Это, безусловно, положительно скажется на будущем отрасли нашей страны. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.